Шарев Александр Иванович, полный кавалер Ордена Славы. Родился 8 ноября 1923 года в селе Шадруха Алтайского края в семье крестьянина. Получив неполное среднее образование, служил кочегаром на пароходе. В ряды Красной Армии был призван в 1942 году. Был зачислен курсантом Белоцерковское военно-пехотное училище, диссоциированное в Томске. Александр Иванович Чесных боевое крещение получил в битве на Курской дуге. Затем оборонительные бои, освобождение левобережной Украины, форсирование Днепра. Рядовой разведчик становится старшиной, затем командиром отделения, заместителем командира пешей полковой разведки уже 42-й гвардейской стрелковой дивизии. Орден Славы третьей степени Чесных получил за добычу языка. Плотно прижимаясь к земле, разведчики осторожно ползли к траншеям противника. Он вошел в группу захвата и первым заметил вражеского солдата. Орден Славы второй степени отважный разведчик заслужил на территории Румынии. Преодолевая упорное сопротивление врага, дивизия продвигалась вперед. В бою за один из населенных пунктов Александр Иванович с группой разведчиков взял в плен 50 вражеских солдат, захватил 6 пулеметов и 35 винтовок. Затем, вместе с 4 товарищами, выполняя уже другое задание, захватил вьючный караван с военным имуществом и пленных, доставив ценные сведения о противнике. За несколько подвигов, совершенных в боях по освобождению Венгрии, Чехословакии, гвардия старшина Чесных указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года удостоен Ордена Славы первой степени. Вручена ему награда была уже через 30 лет после войны. Награжден орденами Славы первой, второй, третьей степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями за отвагу и другими медалями. После войны жил в поселке Синой, работал столяром в совхозе, а затем мастером стройцеха совхоза Фоногорийский. Умер 14 февраля 1987 года, похоронен в поселке Синой.